I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Годы гибели Советского Союза, упадка старого мира и, главное, перестройки умов, слом эпох в 90-х породил невероятных людей, великих харизматиков, идеологов, визионеров и, разумеется, безумцев. На этом рубеже двух миров отступающие мечты о справедливом коммунизме и напирающей сладости капитализма начинает действовать один из самых жутких маньяков постсоветской России Александр Комин. Известный на весь мир скопинский маньяк признавался, что когда прочитал историю рабовладельца Комина в газете, захотел так же. Что интересно, сам Комин тоже не являлся автором своего плана. Подсказали. В криминальную историю Комин вошел не из-за большого количества жертв или особого почерка. Криминалистов и профайлеров заинтересовало спокойствие и полная уверенность Комина в том, что все его поступки обусловлены высшей целью, великой миссией, которая оправдывает любое злодейство. Маньяк больше 20 лет вынашивал преступный план. Дождавшись наиболее подходящих условий, он выкопал бункер, в котором несколько лет удерживал похищенных в рабство людей. Заключенных маньяк использовал и как обычную рабочую силу, они шили одежду и нижнее белье на продажу, и для удовлетворения собственных низменных потребностей. Правда, была и третья, особая цель, высшая, куда более масштабная и бесчеловечная, чем даже издевательства, пытки и убийства, подчиненная совершенно безумной идее создать подземную социалистическую утопию. Почему ты мне не везла с женщинами? Почему не знаю? Ну, с кем встречался, с кем жил, со всеми разошелся. Вроде и не обижал их. Вроде старался делать. Они были довольны мной. Царствие подземное. Александр Комин родился 24 мая 1953 года в городе Вятские Поляны, Кировская область, в семье простых рабочих. Поначалу город был просто рабочим поселком, и только в военные годы разросся, когда в те края перевели машиностроительный завод из подмосковного Загорска, ныне Сергиев Посад. С 1941 года и на протяжении всей Великой Отечественной войны предприятие исправно поставляло на фронт легендарные ППШ, пистолеты-пулеметы Шпагина. В остальном же Вятские Поляны мало чем отличались от сотен других советских городов послевоенного времени. В детстве и юности Комин ничем не выделялся среди сверстников, учился средне, и особых способностей ни к чему не проявлял. С трудом окончив 8 классов, Александр решил оставить учебу и начал готовиться к армии, но вместо этого попал в тюрьму. 18-летний парень ввязался в драку, в которой два человека получили серьезные травмы. Его осудили по статье хулиганства и отправили в колонию на 3 года. За время отбывания тюремного заключения произошли два знаковых события в жизни будущего рабовладельца. Первое. При колонии, куда его направили, работала швейная фабрика, и юный Саша буквально нашел свое призвание в кройке и шитье. А второе – это знакомство с заключенным по прозвищу Бигль. Мужчина отбывал наказание за организацию подпольного цеха, где штамповались поддельные иконы. В качестве работников у него были люди без определенного места жительства. Они содержались в жутких условиях и работали практически за еду. Рассказы заключенного Комину очень понравились. Его крайне увлекла идея безраздельной власти над другими людьми и возможность наживаться на их труде. Комин освобождается в 1974 году. Выйдя на свободу, он решает поступить в техникум по специальности модельера-закройщика. Но трудоустроиться по профессии ему не удается. Комину приходится трудиться кем попало – кочегаром, сторожем, разнорабочим, электриком. И вот на одной из своих работ
он знакомится со своим будущим сообщником, инженером Александром Михеевым. Мужчина предлагает коллеге наладить производство. Фактически, Комин на пару с Михеевым хочет стать индивидуальным предпринимателем, что в СССР образца 70-х годов было маловероятно. Хотя идеи и прообразы частного бизнеса уже витают в воздухе в преддверии перестройки, рассуждать о подобном кооперативе всерьез можно только с осознанием, что это незаконно. Что уж говорить о трудовом договоре, который преступники собирались предложить своим сотрудникам. Изначально, со слов Михеева, планировалось выращивать в подвале овощи. Цехом должен был стать личный гараж Комина в местном кооперативе «Идеал». То, что у меня, говорит, в подвале уже немножко вырыто. Если ты мне поможешь, сделаем площадь, будем сажать огурцы и сдавать в рестораны, в кафе. И круглый год у нас будет стабильная зарплата. Но в какой-то момент Комин меняет бизнес-план. Он принимает решение организовать швейное производство, где трудиться будут их личные люди. Он дает задание Михееву заняться поиском рабов, каких-нибудь бомжей привезти, ну, кого-нибудь угодно заманить, чтобы они работали, что-нибудь делали. Понимая, что держать невольников в самом гараже с хорошей слышимостью рискованно, Комин и Михеев решают создать под ним укрепленный подвал, наподобие бункера. Никаких подозрений у соседей впоследствии он не вызывал, несмотря на то, что в гараже у Комина нет ни машины, ни мотоцикла, ни даже велосипеда. Во-первых, в те годы гараж часто использовался как склад, а во-вторых, в условиях деморализации от экономической ситуации в стране, когда многие спивались и теряли все, Комин выглядел выгодно, хотя бы потому, что просто не пил и чем-то занимался. Так что знакомые относились к его непонятной деятельности с пониманием и даже с уважением. Строительство бункера длилось 4 года. Вся основная работа выполнялась в ночное время, чтобы не привлекать лишнего внимания. К концу 1994 года бункер был готов. Электричество, вентиляция, лебедка, которая служила полноценным лифтом, в разделенное на несколько комнат помещение вела лестница. Ее Комин подключил к высокому напряжению в 380 вольт, на случай, если его невольники надумают сбежать. Стены для лучшей звукоизоляции сообщники оббили матрасами. Немногим позже преступники установили в бункере столы и кровати, купили две швейные машинки и заготовили ткань. Первые пленницы. Лихие 90-е в России связаны не только с разгулом преступности и переделом собственности. Помимо всего прочего, мягко говоря, перемены в экономике привели и к всплеску числа безработных. С 1991 года миллионы человек лишились своих прежних мест и возможностей для заработка. Особенно остро это ощущалось в небольших городах, и Вятские поляны не были исключением. В таких условиях было достаточно буквально протянуть руку, чтобы найти отчаявшихся, обездоленных и совершенно беззащитных граждан. Работниц преступники искали среди женщин, ведущих асоциальный образ жизни. 33-летняя Толпаева встретилась Александру Михееву 11 декабря 1994 года. На свою беду девушка сама обратилась к Михееву с просьбой дать закурить, и они разговорились. Вскоре Вера согласилась и выпить в компании Александра и отправилась к ним в гараж. Подождав, пока женщина немного опьянеет, Комин с сообщником добавили ей в рюмку клофелин. Когда она потеряла сознание, ее поместили в картонную коробку из-под телевизора и спустили по лебедке вниз, в бункер. Когда Вера очнулась, мужчины объяснили, что теперь она будет здесь работать. Первой ее реакцией была попытка вырваться из плена, но силы были неравны. Следующие дни женщину запугивали, избивали и насиловали. Делали все, чтобы убить в ней последнюю надежду на освобождение и нормальную жизнь. Вскоре пленница была уже настолько запугана, что согласилась на все. Только вот шить у нее не получалось. Сколько бы Комин не учил Толпаеву работать на машинке, ничего толкового не выходило. И тогда Александр потребовал, чтобы Вера порекомендовала в качестве швеи кого-то из своих знакомых. И несчастная женщина рассказала, что швейным делом занимается ее 35-летняя приятельница Татьяна Мельникова. Она назвала и адрес знакомой. Комин отправляется по указанному адресу и совершенно случайно
Встречает там своего бывшего сокамерника Николая Малых. Он узнает, что этот самый Малых сожительствует с Татьяной, его будущей жертвой. Комин не теряется и предлагает выпить за встречу обоим по классической схеме у него в гараже. Так начались самые страшные 2,5 года жизни Татьяны Мельниковой. Она одна из двух пленниц, которым удалось выжить. Женщина до конца своих дней могла в мельчайших деталях воссоздать события того периода. Рюмка была налита уже. Время было 10:08. Рюмочку я выпила, и я больше ничего не помню. Очнулась я уже внизу. Туда зашла, была толпа в этом. Он заходит, ее спрашивает, это она, говорит, это, и все. А Николая подельники решают убить, чтобы избавиться от свидетеля, связанного с криминальным миром. Николая раздели до нижнего белья и отвезли на ближайшее поле. Его одежду преступники разбросали поблизости, чтобы сымитировать акт алкогольного психоза, в котором Николай якобы сам разделся и уснул в сугробе. На окоченевшее тело мужчины спустя несколько дней наткнулись случайные прохожие, которые сообщили о находке в милицию. Задумка Комина сработала. Смерть Малых, который всегда отличался тягой к спиртному, милиционеров не заинтересовала. Ее списали на несчастный случай. Над Мельниковой издевались так же, как и над Толпаевой. Измученная женщина вскоре сломалась и по приказу своих мучителей стала шить халаты, а также нижнее белье. Ей приходилось работать по 16 часов в сутки, потому что Комин требовал по 32 готовых халата в день. Вторая пленница Толпаева в это время была занята обустройством бункера. В случае неповиновения рабовладелец угрожал изрезать обеих рабынь ножом. Своих пленниц Комин практически не кормил. Их рацион состоял в основном из круп, картошки, черного хлеба и настоя шиповника. Чтобы выжить, девушкам нередко приходилось жарить картофельные очистки. Мылись невольницы раз в неделю в тазу. Для этого маньяк при помощи лебедки спускал им в подвал канистру с водой. С туалетом в обратной последовательности. Пошел в маленькую комнатку, расстелил бумагу, оправился. Это все заворачиваешь, ложишь в пакет. Пакет наполняется, его завязываешь. Может, он неделю там простоять. Смотря кто как ходил. Этот пакет он потом забирал и выносил наверх. Мочу выливали во флягу. Эта фляга стояла, может, неделю, может, две, может, больше. Все это копилось там. Флягу выносили сами. Он поднимал на лебедке это все. Смерть на электрическом стуле. Между тем, одежда, которую шила Мельникова, начала пользоваться большим спросом на местном рынке. И тогда преступники решили расширить производство. Но для этого им понадобилась мужская сила. Сами пленницы предложили привезти в бункер их давнего знакомого, который много пил, лишился жилья и был бы рад любому крову. Комин получил подробное описание внешности и отправился искать потенциального раба на местный рынок. Но он ошибся и привел в гараж другого человека. Так в кооперативе «Идеал» появился 37-летний Евгений Шишов. Мужчина имел крепкое телосложение, отслужил в свое время в ВДВ, но затем пристрастился к алкоголю. Он сам спустился в бункер, потому что Комин убедил его, что хорошо заплатит за помощь. Так Шишов оказался в западне. День его поставили на ошейник, на второй день сделали ему кандалы, посадили на цепь на эту. Он прожил у нас так, около 3 месяцев. Потом он как-то сказал, что он электрик 4-го разряда. Этим он себя погубил. Комин тут же сообразил, что Евгений, благодаря своим знаниям, сможет запросто отключить питание лестницы и поможет другим пленницам сбежать. В отличие от первого преступления, когда спящего человека вывезли на мороз, второе убийство было поистине садистским. Рабовладелец соорудил что-то наподобие электрического стула. Знания о его устройстве он почерпнул из учебника по судебной медицине, который читал на досуге. Посадив Шишова на стул, он обмотал его оголенными проводами и подключил их к 2 выключателям. Но нажать на кнопки и фактически казнить несчастного он приказал своим пленницам. Мельникова даже под страхом смерти отказалась выполнить требования, а вот Толпаева приказ Комина исполнила. Вот как он сам объяснял мотивы, которыми женщина руководствовалась.
Мне нужен был помощник. Торговать нужно было продукцией и копать. Вот. И эта Вера мне предложила, стала капать на мозга там, в общем. Давай, говорит, я тебе буду помогать работать вместе будем. Они, говорит, будут шить, а я буду торговать и все. И вот в это время появился Женя, мы привели его. Вот, и она сказала, если, говорит, ты не веришь мне, что я с тобой буду работать, давай, говорит, я его убью, чтобы ты не сомневался во мне, что я тебя обману. Наверное, поэтому Вера Толпаева в дальнейшем будет содержаться на особых условиях. Шишов же после подключения питания к самодельному электрическому стулу скончался почти мгновенно. Комин договорился с Толпаевой заранее, видно. Я об этом не знала. Принесли они аппарат, вызвали Женю из спальни, поставили его на ошейник, связали руки, связали ноги, привязали проводки и сами вышли. Толпаева в это время подключила этот аппарат. Первый раз, потом второй раз. Женя только успел вздохнуть, и все. И повис. Тело Евгения Шишова закопали в ближайшем лесу. Позже труп мужчины обнаружат, но расследование по каким-то причинам сошло на нет, и Комин снова остается безнаказанным. Правда, после жестокой казни Шишова забеспокоился подельник рабовладельца, Михеев. Видимо, он не ожидал, что Александр на такое способен, и даже пытался выйти из дела. После смерти Евгения я напился, пришел и сказал: «Это не моя мечта, сам понимаешь, два трупа на ушах, я буду молчать. Но меня, говорю, в покое оставь. Твоя мечта сбылась, у тебя работа, все есть, только, говорю, оставь меня в покое». Я пошел, он мне в спину крикнул: «Пожалеешь еще?» Месяц был очень неприятный, он молчал, не появлялся. Потом пришел, вызвал. «Пойдем, — говорит, — на улицу поговорим, у стен уши есть». Паранойя какая-то была в этом плане. «Ну хорошо, — говорит, — живи как хочешь, но мы с тобой одной веревочкой повязаны и никуда не денешься, будешь мне помогать. Когда приду, скажу, будешь приходить», — рассказывал Михеев. В результате Михеев так и не смог отстраниться от Комина и продолжил помогать. В правоохранительные органы он не обращался. Заточенные в бункере женщины вели себя по-разному. Однажды за то, что Татьяна Мельникова отказалась исполнять приказ, ее жестко избили. А вторую пленницу, Веру Толпаеву, наоборот, даже выпустили на волю, чтобы найти еще одну рабыню в бункер. 16 июля 1995 года Толпаева вернулась в гараж в компании 36-летней безработной Татьяны Козиковой. Пришла в гости Вера Толпаева. До этого она была в розыске полгода. «Тебе нужны деньги?» – она спросила. Я сказала: «Конечно, да». Она сказала мне: «Пойдем, я тебя познакомлю с одним человеком, который даст тебе заработать». В это время был дождь был очень сильный, темно было здесь. Потом мы вышли там в каком-то боксе, и я говорю: «Вера, вон смотри, горит свет, может, этот гараж?» Мы с ней вышли, вот с той стороны прошли, и точно она говорит: «Этот гараж». И мы подошли с ней к гаражу, вот к этому, вот номер 198. Дверь открыл Комин, вышел. Она сказала: «Вот, пожалуйста, познакомься, вот этот самый человек, который предложит тебе работу». Потом мы зашли в гараж, сели, он достал бутылку, три рюмки. В это время Вера отошла от меня, мне пришлось повернуться. Когда я уже повернулась, три рюмки уже были налиты. Я выпила рюмку, больше ничего не помню. И потом я попала в бункер. Снова главную роль сыграли отчаянное финансовое положение и сложная жизненная ситуация. Женщина трудилась поваром на местном предприятии и уже год не получала зарплату, а недавно украла с кухни пирожное для маленькой дочери. Руководство подало заявление в суд. Заседание должно было состояться летом 1995 года, но подсудимой Козикова так и не стала, попав в плен. Я прожила там 2 года 5 дней. В бункере Козикова, как и остальные пленницы, первым делом была избита. Но это не сломило ее волю. Она постоянно пыталась сопротивляться и даже защищала подругу по несчастью, Татьяну Меликову. Ей Козикова сделала самодельный оберег, завернутую в полиэтилен записку с молитвой. А когда Татьяна узнала, что измученная рабством Мельникова задумала свести счеты с жизнью, отговорила ее от этого. Татьяна Козикова пообещала отчаявшейся подруге по несчастью, что организует побег, и долгое время она пыталась усыпить бдительность Комина. «Мне нельзя было молчать. Только он пришел, если я молчу,
у него же мысль, что я что-то задумала, значит, что-то мы решили побег там устраивать. Он сразу начинает все кругом проверять. Потом он сказал, не дай бог, где-то на стенке будет царапинка, смотри. Он мне постоянно так угрожал. Мне постоянно приходилось говорить. Свое слово Татьяна сдержала, выяснив, что маньяк обесточивает лестницу, когда сам спускается в бункер. Она улучила момент и заперла его в одной из комнат. Женщины попытались сбежать, но Александр выбил дверь и догнал поднимавшихся по лестнице пленниц. По всем рабовладельческим канонам беглянок ждало наказание. Конечно, наказали хорошо здесь, строго очень. Петровну сбил здорово, и Николаевну тоже здорово сбил. До такой степени он меня бил, что он сам был весь кровь, брызги крови, кожа лопалась. Потом, мало того, он взял шланг, потом шлангом, потом не выворачивал голову. Потом он взял свечку поджигал мне руки. Но этих жестоких пыток впавшему в бешенство преступнику показалось мало. Он предложил пленницам еще одно наказание. На выбор. Он меня вызывает из спальни и говорит, там у него лежит на столе скальпель, тушь тут стоит, ну, какие-то всякие инструменты. Он мне говорит, я решил вас наказать, выбирай. Или я тебе сделаю наколку на лице, или сделаю тебе гумпленность, значит, разрежет рот до ушей. Я подумала. Ну, сказала ему, наколку делай. Вот он меня положил на стол, руки привязал, что-то писал мне на лбу, непонятно было, долго он что-то писал, рисовал, потом на щеках. Потом я вот Татьяна спросила, что мне там сделано, вот мне сказала, что раб. Вот он мне выколол на лбу. Раб? Вот эти вот. Обе испуганные женщины выбрали второй вариант, и маньяк изуродовал их лица татуировками, кроме слова на лбу набив еще и нечто похожее на слезы под глазами. Сделать подобную татуировку в домашних условиях без специального аппарата и подходящих чернил – это настоящая пытка. Когда вот слово «раб» колол, так я считала, одна буква, 74 укола было, одна 56. А дальше все уже, когда под глазами колол, там считать невозможно уже было. Татуировки рабынь плохо заживали и гноились, принося женщинам страдания еще долгое время. А чтобы попытки побегов не повторялись, условия содержания пленниц Комин изменил. Он закрепил на стенах бункера ошейники. Отныне, прежде чем спускаться в подвал, он сигналил рабыням лампой. Мы должны были в это время пристегнуть ошейники, одеть замки, закрыть замок на ключ и ключи положить на стол. Он приходил, дергал замок, проверял, закрыт он или нет. И начала нас избивать. Это продолжалось очень долго. Мы даже работали с этими ошейниками. Там они вытягивались, они были на стальной проволоке. Она вытягивалась там, ну, на какое-то определенное расстояние. Несмотря на все ужесточения, маньяк все так же продолжал выпускать Веру Толпаеву на поверхность по мелким поручениям или на поиски новых жертв. Она оказалась в странном статусе пленницы-партнера. В конце 1995 года он снова попросил привести еще одну рабыню, но в этот раз, выйдя из бункера, Вера назад не вернулась. По какой причине она так поступила, версии нет, но Комин даже не пытался ее отыскать, потому что был уверен, что женщина ничего не расскажет милиции. Вместо Веры Комин отправился на поиски новой рабыни сам. На вокзале ему приглянулась Татьяна Назимова, бездомная девушка 27 лет. Она страдала от серьезных психических отклонений. Другие невольницы говорили, что у нее был интеллект 5-летнего ребенка. Работать Татьяна не могла, поэтому мужчина лишь насиловал ее. Свою новую пленницу называл Оксаной, потому что иначе Татьян в бункере, по его мнению, было слишком много. К этому моменту подпольная фабрика Комина перешла на новый уровень. Помимо халатов, его невольницы теперь шили ризы для священников, а также ткали иконы и гербы. Полотно с гербом Александр даже пытался продать сначала местной администрации, а затем не побоялся обратиться с подобным предложением и к руководству милиции Вятских Полян. Но везде получил отказ, потому что у потенциальных заказчиков не оказалось денег. Тогда, чтобы увеличить доход, Комин решил подключить своих рабынь к выращиванию огурцов в парнике. Он установил в бункере теплицу, организовал электроподогрев и довольно быстро получил первый урожай овощей. Но вскоре владелец соседнего гаража в разговоре с преступником
упомянул про невыносимую жару, из-за которой даже пророс хранившийся у него картофель. После этого разговора Комин решил не рисковать и разобрал теплицу. 15 часов агонии. В январе 1997 года в бункер возвращается беглянка Толпаева, с которой Комин случайно столкнулся на улице. Он сделал вид, что обрадовался встрече с ней и предложил бывшей рабыне-сообщнице вернуться в дело. Комин пообещал женщине должность руководителя продаж. Обрадованная такими перспективами, Вера согласилась, даже не подозревая, что ее ждет. Впрочем, по другим данным, причиной расправы над Толпаевой могла стать ее попытка шантажировать Комина. Она якобы потребовала приличную сумму денег за молчание о его преступлениях. В противном случае женщина грозила обратиться в милицию. В бункер Вера возвращается не одна, а с очередной жертвой – Ириной Ганюшкиной. В январе 1997 года 22-летняя Ирина Ганюшкина собиралась снимать квартиру и пришла к знакомой на осмотр жилья. Там она встретила соседку Веру Толпаеву, которая угостила девушку спиртным с подмешанным в него снотворным. Ирина почувствовала, что сознание мутнеет, и вышла на свежий воздух. За ней пошла и Толпаева. На улице они якобы случайно встретили 43-летнего Александра Комина, который предложил их подвезти. Когда компания дошла до гаража, Ирина потеряла сознание. Очнулась девушка в подземном бункере, рядом с такими же, как и она, пленницами. Я очнулась, не могла понять, где я нахожусь. Сначала думала, в поезде еду. А потом встала, вышла, вдруг там женщины эти сидят вот с татуировками. Ну, я начала расспрашивать, где я. Они мне, ну, как-то так, ну, не хотели говорить. Вот потом я говорю, отпустите, мол, ну, откройте мне дверь, мне надо домой идти. Мы, говорит, закрыты с той стороны. Придет, говорит, ну, этот мужчина, который тебя привел, он откроет и выпустит тебя. Самое жуткое, что Ганюшкина оказалась в подземелье, прекрасно зная одного из злодеев, Александра Михеева. Они жили в одном дворе, в детстве играли в одной песочнице. Но на просьбу помочь в освобождении Михеев ответил своей знакомой отказом. А вот Веру Толпаеву ждала ужасно жестокая смерть. Александр долго пытал ее, бил, засовывал ей под ногти иголки. Затем мужчина приказал другим пленницам сделать Толпаевой инъекцию тормозной жидкости. Но попасть в вену у них никак не получалось. Жертва взмолилась и попросила просто дать ей яд. Она сама готова его выпить, лишь бы все это быстрее закончилось. На ошейнике и на стол налили антифризу ей. Выпила. Мало ей стало. Потом еще налили. Она еще не умирает. Еще попросила. Она этот антифриз пила, как компот какой-то, и хлебом закусила, и все ей. Потом где-то около трех, наверное, на ориентацию уже начала терять. В пять поесть попросила. Петровна ей говорит, Вер, скажи что-нибудь, хоть проси, не попросила. Нет. Вот без 5-9 умерла. Бедная женщина мучилась на протяжении 15 часов. Когда все закончилось, Комин с Михеевым сбросили ее тело в реку Вятку. Труп женщины обнаружат только весной. Новая жертва. Ей стала секс-рабыня Комина, Татьяна Назимова. К ее психическому недугу добавился физический. Она заболела лейкозом и к концу года жизни в бункере уже не могла вставать с кровати. Рабовладельца злила, что девушка не только не работает, но и перестала удовлетворять его сексуальные потребности. В середине марта 1997 года маньяк задумал избавиться от Назимовой, но на ее защиту встала Татьяна Козикова. Она стала уговаривать маньяка отпустить больную невольницу на свободу, потому что из-за своих психических особенностей Назимова никому ничего не расскажет. Комин задумался об этом и решил выяснить, насколько адекватно Татьяна оценивает происходящее. Он сначала согласился. Да, я провожу ее на поезд, на вокзал. Посмотрю на поезд, пусть едет, она сколько лет мотается где по вокзалу. Потом он ее спрашивает, Оксана, хорошо, ты хочешь туда? Она говорит, Александр Николаевич, куда? Она даже не понимала, где она находится. Она все думала, в каком-то кружке занимается. Куда, Александр Николаевич? А туда, ну на улицу. Она говорит, хочу. Ну, ты вышла, тебе подойдут, спросят, где ты, Оксана, была столько времени? А я скажу, что в кружке занималась у Александра Николаевича.
А у какого? А у Комина. Она сказала его фамилию. Это была ее ошибка. Судьба Назимовой была решена. Комин несколько дней морил жертву голодом, после чего насильно через воронку влил ей в рот стакан антифриза. Ослабшая девушка умерла быстро. Спонтанно пришедший на ум убийцы план по избавлению от ее тела крайне его забавлял. Я, говорит, сделаю сюрприз работникам морга. Какой? Я, говорит, сейчас ее посажу на санки и привезу. И на крылечко посажу. А утром придут работники. Клиент сам пришел в морг. Тело Назимовой Комин погрузил на санки и под покровом ночи принялся тащить прямо под двери местного морга. Однако до пункта назначения он так и не дошел. На выезде из кооператива он увидел случайного прохожего, поэтому просто бросил тело и сбежал. Засветло труп обнаружили, но это опять ни к чему не привело. Любовь неземная. Несмотря на два крайне жестоких убийства за короткий промежуток времени, суровые требования к работницам и адские условия, жизнь в бункере преображается. 8 марта 1997 года маньяк, стремясь порадовать пленниц, принес в бункер угощение и организовал праздничный стол. В процессе работы я, в общем, влюбился в Ирину. Полюбил ее. Возлюбленной Комина стала самая юная узница – Ирина Ганюшкина. Девушка с покладистым характером и приятной внешностью сразу же очаровала его. Симпатию Комина к Ирине заметила Козикова. Она предложила Ганюшкиной быть с ним поласковее, чтобы усыпить его бдительность. Ирина послушалась подругу по несчастью и стала проявлять своему воспылавшему любовью рабовладельцу взаимность, оказывать знаки внимания и покорила Комина своими стихами. Когда он читал эти стихи, он до такой степени плакал, это нужно было видеть только, как он только плакал. Это же стихи, ему никогда в жизни никто не писал стихов. Тут такая молодая, красивая, симпатичная, интересная девчонка пишет этому дяденьке стихи, который старше ее в 2 раза. Вот он плакал натуральными слезами. Ирина писала стихи совершенно не ему. Танька потом еще говорит, покажи ему, ну, стихи. Я ему показала, ему понравились они очень. Сказала, говорит, мне что ли, говорю, да, это тебе. Прислезился. Но еще больше поверил, что я его люблю. Вот он с тех пор вообще, это, вообще таким стал. Чуть ли не на руках носил там. Не изменился вообще. Как женщины выражались, как на крыльях стал летать. Амурный настрой рабовладельца повлиял на жизнь пленниц, но легче им от этого не стало. Комин стал спускаться в бункер ежедневно, но теперь он приходил на романтические свидания. Это продолжалось каждый день, каждый день. Я говорю, что мы к этому до такой степени привыкли, нам уже было все равно. Мы знали, сейчас Саша придет, и они туда уйдут, и мы больше их долго не увидим. Весь рабочий день. Мы работаем, они занимаются любовью в другой комнате, в этой спальной. А чтобы он нас видел, допустим, я же туда, допустим, иду, он ставил на умывальник зеркало. Если я иду в эту комнату, где они там занимаются любовью, он меня увидит в зеркало, что я иду. Вот. И мы работали часами, они там были. Там уже не были не то что 4, все 8 часов. У него там был календарь на стене, он отмечал все эти там все дни, что там они делали. Ну что я скажу? Что она там трахалась, что ли, или что? Вообще она не работала. Сашу ждала она. Скорее бы Саша пришел. Переживала, когда он задерживался. До 12 просидят ночи, а мы работаем в это время. Ну вот как с мужчиной мне, вот с ним было очень хорошо. Он умеет подготовить женщину, ну, перед тем, как вступить в половой акт. Ну, ласкает, но очень внимательно насчет этого. Искренне поверив в чувства Ирины, маньяк признается, что хочет от нее детей. Причем обязательно, чтобы ребенок родился именно здесь, в бункере. Вероятно, это должно было стать началом его подземной утопии, где рабы рожают новых рабов, и всем есть место вокруг великого отца-основателя. Сначала он сказал, что если я ему рожу ребенка там, то он меня... Ну, заберет вместе с ребенком, когда ребенку будет 2-3. Ну, никак не могла забеременеть.
В середине апреля 1997 года Комин все-таки перевозит свою возлюбленную из бункера в свою квартиру. Но доверять девушке-убийце на первых порах не собирался. Не отпускал ее из дома одну и даже сопровождал ночью в туалет. Шантажировал безопасностью двухгодовалой дочки Ирины, которая на момент похищения мамы проживала в деревне с дядей и тетей. Перед этим он меня напугал, то что типа, не забывай, у тебя есть ребенок, если что-то, у нас руки длинные, страдает ребенок, родственники твои. Иногда Комин преисполнен надежд, а порой мрачнеет и с тоской в голосе говорит, как ему все надоело, этот бункер, эти халаты, эти пленницы. Ему хочется нормальной человеческой жизни, а от бункера он хочет избавиться, причем радикально, засыпать землей вместе с узницами. Однажды на совместной прогулке, выходить на улицу самой Ирине было запрещено, они случайно встречают родителей девушки. Александр тут же просит у них благословения на брак. Себя он представляет как электрика, трудоустроенного в местной больнице. Мать и отец Ганюшкиной дают согласие, даже не подозревая, что в тот момент в бок их дочери упиралась заточка, потому что мужчина боялся, что девушка поднимет крик. Чтобы воплотить мечту о семейной жизни, спустя время рабовладелец покупает обручальное кольцо и делает предложение пленнице, а затем разменивает свою квартиру на жилье поменьше. На вырученные деньги планирует свадебное торжество. Я ее где-то в мае выпустил, и мы с ней жили где-то уже дома у меня 4 месяца еще. Мы съездили за дочкой, она его сразу назвала папа, сразу узнала меня, мы ее привезли, вот стали жить втроем. Мы готовились к свадьбе, все закупили. Все, что нужно к свадьбе, закупили. Даже все ее родные там объявили, что свадьба будет. Вот это не судьба. Действительно, не судьба. Комин продолжает рассказывать своей избраннице о своих планах и фантастических мечтах о расширении бизнеса и строительстве города будущего, основанного на принципах рабовладельчества. Ему нужно больше людей, но забеременеть Ирине все не удается. Предприимчивый Комин, не оставляя надежд вывести расу рабов, обращается к методам искусственного оплодотворения. Саша подсчитал, когда это могу забеременеть. Ну, сказал, ляг на диван. Я легла у него. Этот был гинекологический какой-то, как зеркало, что ли, какой-то. Вот. Набрал сперму в шприц. Какую-то ручку там, что-то приделал. Ну, прикипятил все. Ну, вот. Ну, вставил мне и туда запустил. Я, тут же забеременела. Потом у меня получился выкидыш, я в больницу ходила, все проверялось. Сказали, что беременна. Получился выкидыш. Потом второй раз мне опять делал. У меня опять выкидыш был. Хотел третий раз, не успел. 21 июля 1997 года он разрешает Ирине одной отвезти ребенка к педиатру, а сам отправляется по делам. Девушка решила воспользоваться этой возможностью и спасти не только себя с дочкой, но и двух пленниц. Вместо больницы Ира бежит в милицию. Поначалу несчастной девушке никто просто не поверил. Сложно обвинять сотрудников милиции в такой ситуации, потому что этот рассказ о бункере под землей и рабынях скорее напоминал сюжет плохого фильма, особенно когда она стала рассказывать, что у женщин на лбу татуировки раб. Но когда девушка стала называть фамилии, правоохранители насторожились, потому что эти женщины уже давно числились пропавшими без вести. Оперативники выезжают в кооператив «Идеал» на проверку гаража номер 198, где и обнаруживают бункер. Был узкий. По одному мы, значит, туда зашли. Ну, нам сразу, значит, навстречу бросились женщины. Это Козикова Татьяна и Мельникова Татьяна. Были, значит, они возбуждены. Ну, Козикова, значит, закричала от радости. Значит, бросились на шею нам со слезами.
Ну, состояние у них было, скорее, можно так сказать, ближе к истерике. И вырвалась, значит, у Татьяны Козиковой такая фраза, что «Молодец, Иринка, я все-таки знала, что ты придешь». Каждый день я верила, что я оттуда выйду. Каждый божий день. Арест. Комин был готов к такому повороту и даже модернизировал лестницу в бункер. Теперь она была не только под напряжением. К охранной системе добавились газовые баллоны, которые при первой попытке бегства или вторжения извне должны были взорваться, уничтожив все улики вместе с несчастными пленницами. Задержанный прямо у гаража, Комин даже попытался направить оперативников вниз, чтобы спровоцировать взрыв. Ганюшкина об этом знала и заранее предупредила правоохранительные органы. Оперативники рассказывали, что во время следствия рабовладелец вел себя по большей части спокойно. Я вот так до сих пор жалею, что вот у нас сильненько не получилось свадьбе. Я не женился на ней. И не доделал до конца вот это все. Я сейчас ее люблю до сих пор. Хотя она даже то, что вот сделала, она... Я знаю, что сейчас я за это воплочу жизнью. Я не жалею об этом. Расследование шло 2 долгих года. Комин и Михеев, которого тоже вскоре задержали, давали показания. Хоть и неохотно, но все же мужчины признались в 4 убийствах. По ходу расследования к обвинениям в убийствах добавились незаконное лишение свободы, изнасилование, принуждение к рабскому труду, побои и незаконное предпринимательство. На заседаниях суда Комин пытался показаться невменяемым. Он игнорировал вопросы судьи, что-то постоянно бормотал себе под нос и жевал губы. Но суд не принял этого внимания и в 1999 году приговорил его к пожизненному заключению. Дожидаться отправки на зону 44-летний маньяк не стал и вскоре после суда свел счеты с жизнью в изоляторе, вскрыв паховую артерию. Его подельник Александр Михеев тоже был осужден, правда, получил более мягкий приговор – 20 лет. На допросах он утверждал, что помогал Комину исключительно из страха, потому что ему постоянно угрожали, что пострадают его жена и дети, если только Михеев попробует выйти из этого бизнеса. И хотя подельник исправно зарабатывал на продукции подземного кооператива, суд все же счел главной мотивацией именно страх. После суда Михеев отсидел свои 20 лет и вышел на свободу в 2017 году. После 5 лет свободной жизни он скончался в возрасте 55 лет. Последние годы Михеев провел в Москве и, судя по фото, которое выкладывал в интернет, жил весьма насыщенной жизнью. Татьяна Козикова и Татьяна Мельникова так и не смогли наладить жизнь. Женщин с татуировками никто не хотел брать на работу. Временами им даже приходилось питаться объедками, найденными в мусорных баках. Обе прожили на свободе чуть больше 7 лет и скончались от сердечных приступов. Ирина Ганюшкина тоже не смогла устроиться на работу в Вятских Полянах. Со слов девушки, она не раз приходила на биржу труда, брала направление, но ее узнавали и отказывали в работе. Жители городка относились к ней не как к жертве, а как к подельнику. Люди осуждали ее за то, что девушка так долго жила с Коминым. После случившегося она была замужем 3,5 года, но брак сохранить не удалось. Дочь Анастасия выросла и подарила Ирине 2 внуков. Женщина рассказывает, что мучается от воспоминаний, которые постоянно ее преследуют. Постоянно как будто глаза закрываю, его лицо перед глазами. Чем не занимаюсь, мысли вот о нем. Как наваждение какое-то. В нем живет 2 человека. Там внизу он был совершенно другим, а наверху он был даже, можно сказать, добрым, идеальным мужчиной. Мама спрашивала, ты, может, его любишь? Я говорю, я не знаю, что-то у меня какие-то 2 чувства внутри борются между собой. Я говорю, не знаю, какое чувство победит. А когда ездит к родственникам на кладбище, чувствует страх и тревогу. Ее не покидает ощущение, что Комин все равно где-то рядом. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, почему одна из пленниц, оказавшись на свободе, не сразу обратилась в милицию? Почему к жертвам этого ужасного преступления относились с пренебрежением?
А также, если бы вы хотели, чтобы на нашем канале прозвучали истории, которые могут быть вам интересны, пишите об этом в комментариях.